Увеличение плана на 136 323 30 за счет средств по международному соглашению на доплату специалистам, занятым проектом, начисления на нее, также командировочный расход. Подраздел 0113. По такому же соглашению средства международного соглашения причины криминаты увеличение плана на 166 628 22 на проведение внешнего аудита, разработку ТО, оплату переводчиков. Подраздел 0502. Увеличение планов на 30 222 697, в том числе увеличение плана на 215 700 на экспертизу смен по ремонту теплотрассы. Подраздел 0502. Увеличение планов на 30 697 000. Это субсидия областная на ремонт участков трубопровода. Подраздел 0503. Благоустройство. Увеличение плана на 109 010 743. Увеличение планов на 6 292 000. Это областные средства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Увеличение плана на 97 037 339. Это за счет средств получаем в виде поступлений по международному соглашению. Увеличение планов на 5 680 834 40 за счет средств местного бюджета. Плановые данные увеличиваются на период до выделения МВД района. 0501 подраздел уменьшается на 215 700 в связи с переносом на другой подраздел. Совет депутатов президиума. 21 год. В общей сумме расходы увеличиваются на 157 934 679 02. Подраздел 0104. Увеличение плана на 1 354 86 за счет средств получаем в виде поступления по международному соглашению. Подраздел 0113. Увеличение плана на 1 066 962 средства получаем в виде поступления по международному соглашению. Подраздел 0501. Жилищное хозяйство увеличивается на 69 913 083 02, в том числе увеличение плана на 68 343 082 за счет средств субсидии на обеспечение мероприятий по пересечению граждан и заварения жилищного фонда. Увеличение плана на 1 570 000. Это средства местного бюджета софинансирование мероприятий по пересечению до выделения районного МВД. Подраздел 0503. Увеличение на 85 599 774, в том числе увеличение плана на 80 033 659 24, поступление в виде средств по международному соглашению на строительные работы. И увеличение плана на 46 756 721 36, в том числе 46 286 721 36 субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 470 000 софинансирования этих средств. Средства местного бюджета пока не будут выделены в районе. С вопросом нет, комиссия? Бюджетная комиссия поддержала. Рекомендую принять данное решение. Ставлю вопрос на голосование. Кто за предложенный проект решения, прошу голосовать. Внимание, без голосования. Кто за? Против? Воздержавшийся? Один воздержавшийся. 11 за. Основная часть повестки исчерпана. Значит, давайте перейдем к информационному вопросу. Значит, из углов он будет состоять. Первый по распространению коронавирусной инфекции, мерам предпринимаем. И, соответственно, второй, части касающейся благоустройство. Четыре человека проходят курс лечения. Из них либо легкая степень прохождения данного заболевания, либо бессимптомная. То есть тяжелых случаев на сегодняшний день нет. Согласно постановлению правительства Ленинградской области, Кингисеппский район входит в так называемую желтую зону. Здесь, где действует ряд ограничений на сегодняшний день, но, как мы видим, еженедельно обновляется
данный перечень ограничений, да, часть ограничений на сегодняшний день сняты. И, соответственно, мы ждем предварительно, да, до конца июня. Я надеюсь, что уже, скажем так, практически полностью будут сняты данные ограничения. Во всяком случае, динамика Ленинградской области на сегодняшний день позволяет рассчитывать именно на это. Что касается проведения мероприятий, то при выявлении заболевшего выдается постановление, оно выдается как жителям подъезда многоквартирного дома, так и в управляющую компанию для проведения усиленной дезинфекции. Поскольку у нас в Ивангороде в управляющей компании таких специалистов нет, то мы приняли решение, что мы будем обращаться к специалистам Роспотребнадзора, и они своими силами будут проводить дезинфекцию непосредственно после выявления заболевшего. Управляющая компания своими силами проводит ежедневную дезинфекцию. Мы договорились с Ивангородским водоканалом о том, что они будут помогли нам, выделили дезинфицирующие средства для проведения данных работ. Ну, как бы, в принципе, все. Два раза мы обрабатывали общественные места силами ветеринарной службы Ленинградской области. Это была механизированная обработка, остановочные пункты, детские площадки, места общего пользования, площади и магазины, входы в магазины. То есть эта работа дважды проводилась на территории Ивангорода. В целом, если говорить про Кингисеппский район, то динамика выздоровления очень хорошая, и мы очень надеемся, что Кингисеппский район в ближайшее время вообще перейдет в зеленую зону. У нас на сегодняшний день заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству. Три общественные территории. Это пустырь Федюнинского около первой школы. Это площадь на Кингисеппском шоссе, недалеко от автостанции, и смотровая площадка на текстильщиков около Нарских водопадов. Подрядчик полностью приступил к работам. Значит, две территории у нас небольшое отставание по графику. Это Федюнинского и текстильщиков. По площади вчера только мы возобновили работы после разрешения Комитета по культуре, именно они могут разрешить нам продолжить работы по благоустройству. Значит, что касается улицы Федюнинского, значит, ну, там будет пешеходная прогулочная зона, там будет установлена спортивная площадка с искусственным покрытием, там будет освещение, там будет озеленение. Вот, и, соответственно, малой архитектурной формы, скамейки, урны и так далее. Что касается площади на Кингисеппском шоссе, значит, там входит три территории. Сама площадь, на которой находилась парковка, треугольник вот этот зеленый на перекрестке и противоположная сторона Кингисеппского шоссе около дома номер один вдоль дороги. Значит, на сегодняшний день после работы археологов выявлены два фундамента двух церквей. Это Никольской церкви и Знаменской церкви. Фундамент Никольского храма, можно сказать, в идеальном состоянии сохранился, несмотря на то, что буквально 30 сантиметров, то есть асфальт лежал прямо на фундаменте этой церкви. Вот, но тем не менее, откопали практически полностью все углы, теперь у нас есть местоположение его, и в дальнейшем благоустройством мы сделаем абрис фундамента этой церкви. Значит, по договоренности с владыкой Митрофаном Гатчинско-Лужским мы поднимаем алтарную часть этой церкви в благоустройстве на 30-40 сантиметров, чтобы люди не ходили по этой части, и на алтарной части установлен большой каменный крест поклонный. Вот. Тот крест, который на сегодняшний день есть, он находится вне периметра фундамента существующего. Вот. И мало того, те сваи, которые в 97-м году забивались, они прям были, часть свай были забиты прямо в фундамент, и часть фундамента вот, была разрушена. Поэтому в целом площадка будет подниматься где-то на 30-40 сантиметров для того, чтобы
произвести консервацию существующих объектов, вновь выявленных объектов культурного наследия, и дальше проект будет реализован в том виде, как мы себе его представляли, за исключением того, что у нас не было фактического местонахождения фундамента церкви. Сейчас мы обрез брусчаткой выложим и по его фактическому нахождению. Что касается Знаменской церкви, фундамента, он в более худшем состоянии находится, и основная часть, она находится под проезжей частью и под пешеходной частью нашего города. Поэтому мы ее обратно засыпали, законсервировали, соответственно, будем пересматривать проект в части установки скульптурной композиции, потому что фундаменты теперь там устанавливать невозможно, поскольку это теперь объект культурного наследия. Поэтому мы сейчас меняем, ищем варианты для того, чтобы все-таки задействовать эту часть нашего проекта. Что касается текстильщиков, Нарские водопады, работы идут полным ходом. Мало того, подрядчик, скажем так, изъявил желание за свой счет еще и восстановить полностью все отмостки многоквартирных домов той территории, которая попадает в благоустройство. Вот. Поэтому еще и в этой части, скажем так, мы получим дополнительный бонус от них. Вот. Ну, а в целом, я думаю, что проекты все три будут реализованы. Сроки окончания строительно-монтажных работ 1 сентября. По всем объектам? По всем трем, да. Все начались тоже в одно время, да? Да, это один контракт, три территории, одна подрядная организация. От пасторова до текстильщиков, вот эта вся часть, получается, от контейнерной площадки до газгольдера, мы ее подаем в конкурс федеральный на благоустройство. Ну, у нас заявка очень сильная, то есть мы там, нас ведет центр компетенции Ленинградской области, кто занимается комфортной средой. Вот, мы провели все общественные мероприятия, все обсуждения, конкурсы все различные, подключили малый и средний бизнес, поэтому у нас такая серьезная заявка, я думаю, что мы сможем достойно представить наш город, выиграть и получить финансирование на благоустройство этой территории. Она у нас пойдет в следующем проекте. На эти камни, которые планируют сделать на площади, да, этот памятник или что, как он называется, какая сумма выделена? На какие камни? Ну вот, как, я не знаю, камни или что это, монумент? Я же только что сказал, мы от этого отказались. Мы там не можем установить. Да? Мы ищем другой вариант, чтобы не заглублять фундамент. То есть мы не можем копать. Мы можем сверху поставить, а копать мы там теперь не можем. А разве это обязательно, чтобы другой вариант? У нас в городе разве нет проблем, куда бы эти деньги можно было направить? На благоустройство тоже. Ну, давайте. Давайте так, есть администрация, да, это наши полномочия, мы этими полномочиями, если у вас есть предложения, вы можете их абсолютно высказать в момент обсуждения того или иного проекта. Хорошо. От вас предложений не поступало. Какие еще работы у нас планируют устройство города, кроме тех, что перечислили? Вот то, что сегодня мы приняли, все работы будут выполнены. Вы же не поддержали, Степан Алексеевич? Я поддержал, сложно. Ну, я понял. Ну, когда 400 миллионов приходит в город, я думаю, что это, наверное, хороший знак и хорошее подспорье для нашего бюджета. Это знак хороший, особенно на камни деньги тратишь. Коллеги, значит, на этом пятое неочередное заседание Совета депутатов 6-го созыва объявляется. Спасибо за работу.